У каждого человека понимание того, что такое спорт, разное. А что является воплощением спорта для вас? Меня зовут Филипп Майер. Я являюсь президентом Европейской федерации гонок с препятствиями. Наша федерация объединяет 21 европейскую страну в лице национальных федераций, которые совместно с нами развивают данный вид спорта в Европе. Мы также очень тесно сотрудничаем с Международной федерацией гонок с препятствиями. В предстоящие выходные спортсменов ожидает достаточно тяжелая по сложности гонка, которая потребует от атлетов высочайшего уровня мастерства и определит сильнейших в Европе. Representing the Netherlands. And we are from Italy. From the Czech Republic. Mi nombre es Daniel Blanco. Mi nombre es Ana de Miguel González. Y venimos representando a España. Yeah! The team OCR Norway. Italy. Европейская и международная федерации совместно работают над совершенствованием правил и нормативов в вопросах обеспечения безопасности спортсменов и прилагают усилия по созданию единого стандарта проведения международных соревнований. Наша задача – предоставить спортсменам возможность продемонстрировать свое высокое мастерство, сохраняя принцип справедливой состязательности без ущерба для здоровья.